車から降りるビソツキーですね。これは本当に珍しい映像です。そして車はメルセデス・ベンツ。一冊の刺繍も一枚のレコードも出なくてもビソツキーはすでにもうロシアの大スターでした。政治家たちも彼に手を出すことはできません。観客たちは彼が劇の中で歌い出すのを今か今かと待ち構えます。人気の波、そして称賛。しかしビソツキーは確実に若い時のあの追われる狼のようなビソツキーではありません。そのむくんだ顔に言葉に表せない鬱屈が潜んでいるのをどうしようもなく感じます。Что я думаю, есть тоска в доверительной интонации. Вот вы понимаете, мои вещи, они не носят характера развлекательности чистой, а просто я думаю, что интонация, вот эта вот возможность беседовать в песне со зрителями, причем всерьез, с доверием и с уверенностью в том, что их беспокоят те же проблемы, что и меня.